Друзья, всем привет! Иду к нашим любимым гамадрилам, а они тут уже меня встречают, напряглись, и вон уже бегают. Вон на Фанечка, вон вся семья. Кстати, вот я рассказывал в прошлый раз, что они переставляют мебель, которую у них в вольере. Вон пень поставили на дыбы, и им так нравится там искать что-то. Развлекаться. Кто-то им приносил угощение. Вот. И угощений немало. Привет, привет, Лешек. Тут как тут. Привет, Лешек. Вот. Так что хотел рассказать, друзья. Значит, у нас жара. Жара продолжается сегодня. По метеоданным, самый жаркий день лета. Самый жаркий день августа. Вот, у нас температура просто зашкаливает, на самом деле, жара сумасшедшая. Я сегодня был на пляже и отдыхал, глядел на море, пил холодный коктейль, безалкогольный, мохито. И вспомнил, что все-таки у нас же в зоопарке есть питомцы, которым может быть действительно жарко, ведь невыносимая жара. И, конечно же, не смог сегодня вот отказать себе в удовольствии и прийти к ним и поделиться, ну, хорошим настроением. И, конечно же, не без угощения. Хочу, чтобы им тоже было кайфово. Вот, я им принес вот арбузы, нарезал. Ну, нарезал как смог. Нож у меня с собой был небольшой, а арбуз был огромный. Поэтому пришлось резать, как получилось. Ну и что? Сразу же... Нафаня подхватывает угощение. А арбузы, друзья, как вы знаете, гамадрилы очень любят. И вот Нафаня отгрызает только вершки. Там, где семечки. Так. Все, застрял у меня кусок арбуза в кормушке. Я уже рассказывал, тут есть такие специальные проталкиватели. Как на фане. Сначала откусывает верхнюю часть, лопает все семечки, а потом отдает остальным членам семьи. И вон уже Лешек сидит, и другие сейчас обезьяны, все будут с угощением. Да, Нафанечка? Как же нравится арбуз. Он еще, на самом деле, достаточно прохладный. Вот поэтому им, я надеюсь, что арбуз доставит еще больше удовольствия. Вон, Лешек успевает подхватывать кто что. Вон, Нафанечка с арбуза. Как смачненько, да, Нафаня? Ой. Заглядение. Я, конечно, не Олег Зубков, не могу посидеть с питомцами в вольере, вот как на недавних роликах на канале «Парк Львов Тайган» с Татьяной Алексагиной, где Олег Алексеевич угощает питомцев арбузами, но то имеем, то имеем, поэтому отсюда крупным планом можно понаблюдать, как наши любимые гамадрилы получают угощение, и вот уже видно, что им арбуз на самом деле по душе, они уже начинают играться, разыгрываются как могут. Нафаня даже не знает, какой кусок быстрее надо слопать. Но он как ответственный глава семейства сам пробует, а потом передает другим. Лешек, вон он стоит, ждет угощения. Ну давай, на крышку закину Лешеку. О.
О, смотрите, подросточек. Девочка-подросточек кушает рядом с Нафаней арбузик. И вон Нафаня только сладкую часть отгрызает, но кто-то слопает и корку арбузную. Вы знаете, даже как-то вспоминается. Вон, Нафаня просто наглым образом откусывает только самую сладкую часть. А кому-то достаются уже корки арбуза, ну не без этого. Корки тоже идут в ход. Вон сказка сидит, лопает. Каждый кому что. Нафаня катает Лешика на спине. Вот так они играют. Лешик уже упал в чан с водой. Ну что? Есть желающие? Наверное, самый главный праздник, да, наверное? Нафаня, иди сюда, иди сюда. Это настоящее его имя? Да. Ну что, еще дольше? Давай. И вот, в принципе, всем уже достался арбуз. Все наши любимые гамадрилы с дольками арбуза. Все наслаждаются. Ну что, Нафанечка, понравился? Да? Иди еще там. Иди сюда. Иди, Нафань. Давай тут, потому что без тебя никак. Сочный, сладкий арбуз. Такую жару доставляет море удовольствия нашим любимым питомцам. Все, Нафаня увидел камеру, засек и уходит от меня, чтобы не попадать в кадр. Уж очень он не любит сниматься и позировать на камеру. В отличие от остальных членов семьи. Вот, допустим, Лешик обожает позировать. Тем более, мы все уже знаем, что Лешик скоро уедет в тайга к Люське, и там они проведут свои счастливые годы. А? Детвора играет. Ну что, закинув пару арбузов на крышу вольера, пару кусочков арбузов, чтобы посмотреть, как они лазают. О, первый пошел, как всегда, Лешик во главе. Сейчас они тут быстро поделят. Вон, одна самка неугомонно достает арбуз и ползет к следующей дольке. Не знаю, почему Лешик так сказал. Ha ha ha.
весельчаки. Лешек балуется. Так, есть желающие попытать счастье и снять вон там высоко висящий кусок арбуза. Я думаю, у них, конечно, все получится, ведь у них очень много силы и выносливости. И снять арбуз с крыши вольера не составит никакой сложности. Неудобно стало держать на фанчике. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Так, на фане благодарит за вкуснейший арбузик, за сладкое такое сегодня сочное угощение. Ну и всем нашим зрителям хочу передать приветы. Да, на фанчика передашь? На фане передает тоже приветы. Скажи, приезжайте к нам в гости в зоопарк «Сказка». И обязательно заходите к гамадрилам. Да, Нафаня? Ты всех ждешь? Вот какой красавец. Лешек. Лешек тут как тут. Без него никуда. Наш звездный паренек. Он уже научился. Бежит наверх. Конечно же, он получает заслуженное свое угощение. Да, Леша? И снова мимо. Ну, хоть кусочек откусил. Добытчик. Нафаня. Ну вот, друзья, и раздал я угощение нашим любимым гамадрилам и иду к следующим питомцам. Ведь не только гамадрилы хотят отведать вкусного сочного арбуза, и другие жители зоопарка «Сказка». И вам передает привет наш любимый Леший. Пока-пока! Красавчик!